Медицинские учреждения округа продолжают оснащать современным оборудованием. В Люберецкой областной больнице в поселке Красково обновили отделение реабилитации и офтальмологии. Подробнее расскажет наш корреспондент. Открыли новое отделение реабилитации в марте этого года. В основном зале работает инструктор, который контролирует процесс лечения пациентов. Здесь помогает восстановиться после тяжелых травм и повреждений центральной нервной системы. У нас есть тренажеры как для пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата и после операции по ортопедии, так и оборудование для больных после инсультов. Это центральная нервная система и нарушение мозгового кровообращения. Это баланс системы, это стабилоплатформа, платформы, дорожки, подвесная система. Даже у пациентов со сложной степенью повреждений опорно-двигательной системы получается заново встать на ноги после курса реабилитации. И все благодаря высококвалифицированным сотрудникам и современному оборудованию. Больница на самом деле очень сильно изменилась и меняется в лучшую сторону. Это и новые палаты, это новое оборудование, которое поставляется. На это направление сейчас направляются очень серьезные и силы, и средства для того, чтобы людям в сложной ситуации, связанной со здоровьем, не оставаться один на один. Поэтому огромное спасибо врачам. На этом, конечно же, останавливаться ни в коем случае мы не будем. Второе обновленное отделение в стационаре – офтальмологическое. Здесь установили современный проектор знака, который позволяет с помощью пульта менять экраны и размер объекта для проверки зрения. Появился новый ультразвуковой аппарат, где проводят диагностику структуры глаза. А также подбирается правильная линза. Новое оборудование помогает пациенту комфортно и безболезненно проходить процедуры. Все, что здесь находится, это диагностический кабинет офтальмолога, который позволяет нам обследовать больных до операции, чтобы определить, что же нужно, какой диагноз, в каком состоянии глаз. И в том числе подобрать необходимую внутриглазную линзу, искусственный хрусталик. До конца года в Люберецкую областную больницу будет поступать новая профессиональная техника. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.